Привет, друзья! Сегодня мой с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. На днях я получил письмо от Дениса из Удмуртии, который попросил решить его проблему. Проблема заключается в том, что у него сейчас находится 10-месячная сука Лайки, и проблема в том, что как бы не может приучить ее к поводку, то есть неадекватная реакция на поводок. Ну, сами понимаете, что не видя больного, как бы поставить диагноз, и тем более уже назначить лечение этому больному, ну, в принципе, ни один доктор не сможет так сделать. Поэтому я попросил Дениса, чтобы он прислал видео, как происходит этот момент. Денис видео прислал. И вот с сегодняшнего дня, понятное дело, что за одну как бы передачу решить проблему это навряд ли получится. Сегодняшнего дня давайте мы с вами потихонечку начнем решать эту проблему. Я хочу эту проблему решать не один, а при помощи как бы ваших советов. Может быть, кто-то что-то посоветует, потому что уже неоднократно вы смотрели мои ролики, подписчики постоянно есть, может быть, кто-то чему-то научился. Давайте как бы вместе вот постараемся помочь Денису. На сегодняшний момент я хочу просто выложить это видео, то есть Денис прислал мне именно видео, в котором показал, как именно он пристегивает свою собаку к поводку и что происходит. Но перед этим давайте мы сейчас с вами, я вам краткую информацию о такой породе, как Лайка, выдам, то есть особенности дрессировки Лайки, в чем они заключаются. Денис описывает, что до 10-месячного возраста собака жила в условиях деревни, то есть это частный сектор какой-то, была вот свободолюбивая собака, то есть она там ни на цепи не находилась, ни где-то в доме находилась. Я так понимаю, что она или в вольере, или во дворе. Ну, я думаю, что Денис уточнит мне эту деталь, она очень важна. Не знаю, как там дело обстояло с лидерскими, не с лидерскими качествами, но вот смотрите, давайте. Склонности породы Лайка. В чем заключается особенности? То есть Лайка, как мы знаем, это охотничья порода. Это не хаски, которая, значит, тянет, все бежит. Это совершенно другая. То есть это охотник. Привязка Лайки, то есть очень сильно она любит апортируемые предметы, игрушку, и ненавидит все живое, то есть кошек там, курей там и так далее. Ну, хотя встречаются такие собаки, которые лояльно относятся, терпимо очень относятся. К толерантной, я бы сказал, значит, относится к живности своих владельцев, но тем не менее в характере это вот ненависть ко всему живому, она же генетически выводилась годами, вот ко всему живому присутствует в характере Лайки. Дальше мы идем. Лайка очень свободолюбивая. То есть склонность к побегу у этих животных, тем более вот описывает сам Денис, что если без поводка он будет ходить, она может убежать у него, да. А вот здесь нужно, значит, строить взаимоотношения таким образом, чтобы очень сильная была привязка к хозяину, да. То есть насильственные методы дрессировки с Лайкой, они вообще никаким образом не помогут. То есть вы собаку насильственными методами к себе не приучите, и действительно вот эта вот склонность к побегу, она будет преобладать и усиливаться, и в общем собака может действительно убежать. И если будете там вообще насиловать, да, собаку, то вы вырастите в результате трусливую собаку, что тоже, собственно говоря, не очень хорошо. Значит, идем дальше. То есть особенность дрессировки Лайки заключается в мягких методах дрессировки, в привязанности к своему владельцу, к своему вожаку. Вот, дальше, значит, приучать, конечно же, к поводку надо было гораздо раннем возрасте, так же, как приучать к ошейнику в гораздо раннем возрасте. Ну, раз уж получилось так, что как бы упустили этот момент, ну, 10 месяцев это ничего страшного в этом нету. Я думаю, что мы справимся с этим достаточно быстро. Но очень хотелось бы мне послушать как бы мнение других подписчиков, которые, может быть, помогут чем-то нам. Итак, имеем Лайку, которая не любит поводок. Мы все вместе смотрим, и в комментариях, пожалуйста, кто что думает на эту тему. Завтра будет продолжение. Oh.
Юрма, отдай ко мне. Иди ко мне. Юрма. Юрма. Отдай ко мне, иди. Иди ко мне. Иди ко мне. Иди. Иди ко мне, иди, иди, иди ко мне. Иди ко мне. Иди ко мне. Поводок. Сейчас прицепил. Все, вот видите, что она делать начинает. Это после того, как начинаешь прицеплять поводок. Все, она начинает метаться около тебя вот так вот, кругами, и опираться на тебя. Выгулить ее невозможно. Вот она что делает, просто... Вот. Иди гуляй, иди. Иди гуляй. Иди гуляй. Она ходит только около тебя. Даже выйдешь на улицу. Давай пойдем. Видите, она около тебя останавливается. Все, больше ничего. То есть она боится его. Сегодня уже получше. Вчера она вообще, то есть, ее чуть дернешь за поводок, она уже просто начинала метаться около тебя, скулить, визжать. Хвост, вот как сейчас, хвост прижат, она боится. Вот видите, что делает она. С ней даже невозможно просто гулять. Иди ко мне. Пойдем, 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 пойдем. Не бойся, не бойся, не бойся, маконька. Вот да хорошо, пойдем, 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 пойдем. Вот что она делает. Хотя стоит ее спустить с поводка, она убежит. Помогите советом, а, маконька. Скоро уже начинать просто в лес ее таскать. 9 месяцев будет, 8 февраля. И вот так вот, как отучить между ног ее лезти? Юрма, пойдем, Аля. А да, пойдем. Она не отходит от меня, вот когда поводок... Сейчас только стоит мне отцепить поводок. Но я не буду этого делать, потому что она убежит. Во дворе она не убегает почему-то. Как только на улицу выйдешь, то есть... Всегда на цепи не сидела, то есть в вольере. Вот, вот смотрите, она вообще боится зайти куда-либо. Пойдем, иди ко мне. Иди сюда. Помогите советом. Она моя хорошая.